Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупочки с маркетплейсов. Итак, поехали. Покупочки Яндекс.Маркет, и здесь у меня вот такой вот корм, целых 1,2 килограмма Perfect Fit. Кот его, в принципе, ест нормально, любит. На Яндекс.Маркете каждый месяц можно выбирать любимые категории товаров. 1 числа они обновляются. В этом месяце у меня прям было что-то в районе 50, наверное, процентов. Не помню точно, надо посмотреть. На корм для кошек Perfect Fit именно. И я взяла вот такой вот с курицей. Он обошелся мне, девчонки, в 300 рублей. Кило 200. Конечно, это дешево, конечно, это здорово. Поэтому взяла, как раз-таки был для домашних кошек с курицей. Он любит его больше всего. Просто супер и очень-очень выгодно. Здесь зип-замок, кстати. Здорово. Дальше у меня вот такой вот интересный органайзер. Я пока еще не придумала, куда его приспособить, но вообще много для чего он мне нужен. Взяла пока один. Хочу посмотреть, попробовать, потестировать. Это органайзер раздвижной. Его можно крепить и на внутренние дверцы шкафов. Его можно крепить просто на стену, даже на стиральную машинку там сбоку, куда угодно. Даже под канцелярию его можно присобачить, под стол, например, под детский и так далее. Сейчас я открою его и покажу, что он из себя представляет. Он у меня тут сразу выехал. Видите, вот тут такая вот планочка есть, которая выезжает. То есть, если вы его крепите на внутреннюю стенку шкафа, на кухне там или так далее, вы открываете дверь, вот она у вас открыта, и вы его вот так выдвигаете и кладете туда, достаете все, что вам нужно. Вообще задумка очень интересная. Вот они, самоклеющиеся крепления такие. Вот они вот сюда будут как раз заходить, вот так, самоклеечка. Но я все равно такие крепления, как правило, вот так, смотрите, как здорово, два. Я их промазываю все равно суперклеем, потому что, чтобы уж точно было надежно. Можно и овощи хранить, можно какие-то моющие средства на двери, да. Вообще очень удобная штука. Можно что-то компактно где-то сбоку или где-то внутри хранить. Я такие вещи, если честно, люблю и уважаю. Так, вот, вот мы задели, только я разными сторонами по ходу дела, надо потом посмотреть. В общем, это самоклеечки у нас такие, вот таким образом он у нас крепится. Вот здесь показано, как он крепится внутри, в шкафу. То есть, кстати, да, у меня там тоже есть место под мойкой, да, внутри в шкафу. И вот вы открываете дверцу, и он так хоп, выезжает. Вы берете все, что вам нравится. Хранить можно все, что угодно. Достаточно они такие прям вместительные, не бликуй карточка. Вот тут что? Здесь вот сбоку туалетная бумага где-то на шкафчике, да, что ли, не пойму, или рулоны с чем-то вот. Сбоку на холодильнике где-то можно. У меня, кстати, да, вот к окну холодильник той стороной, что примыкает к стене. У меня там есть как раз пространство, можно тоже вот что-то такое подумать. В общем, они выдвижные, цена 200 с небольшим рублей, адекватная совершенно, очень вместительные, прям большие. Когда придумаю, куда его присобачить, наверное, в Дзене вам покажу. Организацию хранения. Можно даже под косметику, слушайте, на стену там что-то положить. У меня много идей, мне нужно много таких органайзеров однозначно. Купочки Валберес, и сегодня у меня на обзоре те самые очки Амов, про которые вы все время спрашиваете. Я заказала себе другие модельки, сейчас все покажу. Почему именно Амов? Во-первых, потому что они лучшие по солнцезащитным очкам на ВБ. И именно они уже взорвали весь интернет как самые лучшие в своем сегменте. Все только о них и говорят. Я, конечно, не смогла пройти мимо и выбрала новые крутые модельки, а выбрать есть из чего, более 150 моделей. Так что давайте скорее распаковывать. Вот в таких коробочках приходят очки. Модельки очень трендовые, можно подобрать абсолютно под любой образ. И что еще мне очень нравится, они имеют сертифицированную защиту от ультрафиолетовых лучей. То есть для здоровья наших глазок защита на самом деле очень крутая. Смотрите, какая упаковка. Хорошо, что есть сразу мешочек для хранения. Вот так вот они упакованы. И внутри мешочка всегда приходит тряпочка для ухода за нашими очками. Это тоже на самом деле очень круто. Так, вот у меня первая моделька. И достаем вторую. Кстати, сразу чувствуется качество материала. Пластик плотный и приятный на ощупь. Крепления надежные. Вот так они выглядят. И эти очки действительно очень круто защищают от излучения. Ну и отдельно, конечно, хочу отметить дизайн. Стильные, эстетичные, трендовые.
По-моему, это восторг. Мне так нравится, как я в них выгляжу. Это прям любовь с первого взгляда. Слушайте, подойдет и под вечернее платье, и на пляж, и на вечеринку, и под спортивный образ. Да вообще, как душе угодно. А доступная цена за стильный и качественный аксессуар точно никого не оставит равнодушным. Теперь следующая моделька. Это коричневые очки. У меня давно не было, кстати, коричневых очков, а иногда прям под какой-то образ очень хочется, очень нужно. Смотрим. Ой, ну красота тоже. Ну какая красота. Я в восторге. Сразу скажу, что выбор моделей очков у бренда Amove просто поражает. Там есть и мужские, и женские, и для компьютера. И действительно можно под любую форму лица, размер лица, под любой образ подобрать себе модельку по душе, которая будет подходить именно вам. Еще покажу вам сразу заодно модельку, которая была у нас с вами в прошлой распаковке и по которой я получаю просто максимальное количество комплиментов. Вы часто спрашиваете, что у тебя за очки, что за очки. В Телеграм, особенно девчонки в Дзене, все спрашивают, интересуются, поэтому эту модель я вам, конечно, тоже продублирую. Она безумно крутецкая, очень красивая, очень качественно выполнена и стильно. Прям такие трендовые очечки, тоже под много образов подходят. Кстати, я ношу их и с платьями, могу носить, в принципе, со спортивным костюмом. Все равно смотрится очень круто и выигрышно, всегда вот прям подчеркивает образ. Действительно, очки Amove покорили мое сердце. У них самые трендовые модельки, а качество и стиль никого не оставят равнодушными. Они подойдут для любой ситуации, любого мероприятия и под любой образ. Да, девчонки, они идеальны. И, конечно же, все ссылочки и артикулы оставляю для вас в описании. Не упускайте возможность приобрести стильный аксессуар по очень приятной цене. Покупочки Wildberries с Яндекс.Маркет. С Яндекс.Маркет у нас вот такая вот интересная гирлянда. Лента светодиодная. У нас в комнате у Ксюши уже была. Мы тоже брали на Яндекс.Маркете, но я ее нечаянно сломала. Может быть, и можно ее было сделать, но цена вопроса не такая большая. В общем, я шторки там расправляла, у нас неудобно очень висел переходник, и, в общем, я там сломала контакты. И решили заказать новую и немножко другую. Она с приложением, она поинтересней. Мы уже скачали приложение, правда, еще не пробовали. Будем пробовать вместе с вами. На пункте выдачи ее проверила, все работает. Здесь в комплекте вот такая вот клейкая, двусторонняя, наверное, лента, я так понимаю, но я все равно добавляю момент в нескольких местах, потому что со временем все равно вот эти вот штуки, они отваливаются. Зачем нам это надо, да? У нас и предыдущая была местами на моменте, мы ее отодрали, и нормально ничего, как бы наши стены не пострадали. Руководство по использованию, и она была вот в таком пакетике, я ее уже включила, собрала на пункте выдачи, чтобы проверить. Вот такая вот интересная. Здесь немножко другая штучка, вот по этому QR-коду мы скачали приложение, вернее, по нему нет, не удалось скачать, я посмотрела в карточке товара, и там было название приложения, я скачала в Play Market. Два разъема, можно две сюда подсоединить, даже гирлянды, вот такая вот кнопочка, в общем, переходничок, вот это вот сама лента. Она белая, как нам и нужно было, пожизненная гарантия, ничего себе, это вообще круто. И вот такой вот интересный пульт, он уже совсем другой, здесь гораздо больше функционала, здесь можно, чтобы гирлянда работала в такт музыке, здесь, смотрите, вот различные режимы переключения музыкальные, как это правильно, как эквалайзер, да, музыкальный называется, таймер, больше цветов интересных здесь у нас. Мне интересно, мне кажется, вот этот пульт должен, как и приложение, подойти к нашей лампе. Помните, я вам показывала, у нас цветная лампа в темной комнате. Мне кажется, через приложение тоже должно работать. Включение-выключение. Это включение, не знаю чего, плей-музыки, может быть. Будем разбираться, вам покажем. Прикрепим ее на стену. Длина 5 метров. Ксюшка хотела на всю комнату. Я говорю, нет, достаточно вообще 5 метров на всю комнату. У вас тогда ночью будет прям белый день. Потому что они спят с гирляндой постоянно. Хоть и на минимум ее сделаешь, если на всю комнату по всему периметру, да, то будет очень ярко. Поэтому взяли опять 5-метровую. 5-метровая у нас и была. В общем, скоро будем вешать, покажу. Так, дальше что? Купила 2 ремешка на свои часы. Заказала 12. До этого заказывала 10. Но ошиблась с размером. Я почему-то дома линейкой замерила. Вот, на эти часики. И
дома, в общем, длина ремешка у меня была 18 старого. Заказала 10 штук на выбор 18, пришла на пункт выдачи, а он маловат вот здесь вот, не подходит. Ну, замок такой классический. Вот. Перезаказала на 20-ку 20 миллиметров, все подходит, все отлично. Вот 12 штук у меня было, из них выбрала 2. Этот обычный такой силиконовый, обычная застежка классическая, силиконовый. Заказывала и беленькие, и всякие расцветочки. Но посмотрела, нет, белый тоже хотелось, но не подходит, под обод не подходит. Вот обод, потому что у меня розовое золото. И взяла вот такой интересный, натуральная кожа. Внутри он такой коричневый. Вот там видно немножко, я уже одела. Прямо у меня экран весь поцарапанный, не обращайте внимания. Это я сама виновата. Они не царапаются в принципе, но я полезла и в такое место рукой, где там гвозди были и так далее. Поэтому, ну, я не переживаю, особенно не видно. А может, можно чем-то это дело исправить. Вот. Вот этот мне прям понравился очень. Такие кожные у меня были в 4 расцветках. Вот выбрала вот эту. Мне кажется, подходит классно. И вот такой пудровый тоже прям идеально подходит под сами часики, под цвету. В общем, 2 вот таких ремешка. Классные. Так, дальше заказала корм коту еще раз. Опять Пурину One с курицей. Здесь уже 180 грамм. Очень дешево было на Валберес. Это спирулина. Сейчас открою, покажу. И заодно вот эту коробочку. Здесь у меня пемза для ног, как Фаберлик. Но мне кажется, конечно, она отличается за 100 рублей. Нанопемза. Поняли, про которую я говорю? Давайте смотреть. Так, вот он корм. Коту очень понравился. Он ест его прям с превеликим удовольствием. А я рада. Спирулина все-таки очень нравится кошкам и котам. Ну, в 99% случаев. Поэтому взяла ему еще одну пачку. Пусть кушает. Вот так выглядит коробочка. Цвет, кстати, нанопемзы рандомный совершенно. То есть выбрать его в карточке товара возможности не представлялось. У меня пришла, походу, голубая. 110 рублей. Да, голубая. О, какая. Слушайте, ну, в принципе, то же самое. Вот по вот этой поверхности все абсолютно то же самое. Только Фаберлик, она у нас с вами, наверное, со скидкой 26%, 600 с чем-то рублей, самая дешевая, да, бывает. В каталоге она вообще 800, почти 900, а это 100. Ну, не прелесть ли? Слушайте, она потом начинает тупиться, стираться, но за 100 рублей, вы меня простите, я, наверное, закажу еще парочку. Пусть будут. Очень острая, прям вот аж пальчиком дотрагиваюсь, прям вот острая-острая. Слушайте, ну, классно. Супер. Ну что, вчера прилепили мы гирлянду, и что я вам хочу сказать. Нам вместо 5 метров положили, по ходу дела, 15 или даже 20. Я не замеряла. Вчера весь вечер ее клеили. Класс, супер. Приложение работает, с приложением коннектится, может отвечать на тембр голоса, мигать, может под определенную музыку. Много цветов, красивая, классная. Вчера снимала в темноте, я вставочку сделаю тогда. Но тот факт, что нам положили вместо 5 метров, я даже информацию на коробке нигде не нашла. То есть сколько метров на коробке, информации нет. Вот всю обыскала, посмотрела. В общем, в итоге у нас раньше гирлянда была вот отсюда до середины. Это у Ксюхи коллекция, она коллекционирует бутылки Fresh Bar. Вот, и до середины, то есть 5 метров у нас вот так было. Теперь у нас по всему периметру, папу просили, он нам лазил там за шкафом, прилеплял. В общем, теперь у нас по всему периметру, плюс я пустила под шторой, то есть там на стене она у нас под шторой, обратно потом пустила по внутренней стороне карниза, то есть внутри там, чтобы на шторы свет не спадал. И осталось еще опять под шторы вторую полосу вот так пустила. Ну, короче, классно. Девчонки в восторге. Сейчас пульт очень удобный и гораздо лучше, чем был у той гирлянды, потому что у той гирлянды Ксюшка, она не... С кровати даже иногда он не срабатывал, не доставал, что ли, не знаю. А здесь прям все здорово, все классно. Так, сейчас попробуем включить. Вот у нас кнопка включения. Вот, включается все. Меняются цвета, какие хочешь. Эквалайзер вот этот все работает, как бы все здорово. А, сейчас не работает, музыки нету. В общем, через приложение коннектится. Это какое-то вот солнышко, какой-то закат тут. Цвета меняются, вот они прям сами меняются. Классный, кстати, режим. Потихоньку все цвета меняются. Цвет вообще абсолютно любой можно выбрать в приложении. То есть, допустим, светло-бирюзовый, темно-бирюзовый. Ну, в общем, любой абсолютно цвет можно выбрать в приложении. Это классно. Желтенький, красный. То есть яркость прибавляем, яркость убавляем. В общем, все супер. Тут еще белый режим есть, вот такой. Думали, белого цвета нету, а он вот на этих кнопочках, на трех.
В общем, вчера разобрались, нам понравилось, и понравилось то, что она большая. Вот видите, у меня за шторами там, вот там два ряда, и вот под карнизом прям я приклеила, чтобы не сходил так свет на шторочки. Смотрится в темноте вообще шикарно, прям обалденно. Так что гирлянду, девчонки, от души рекомендую. Возможно, вам вместо 5 тоже придет 15, как и нам. Ну и на этом все. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, как всегда, в описании в инфобоксе. Всех люблю, целую, всем пока-пока.